Здравствуйте, зрители и посетители канала «Кладовая». Сегодня мы с вами поговорим про силиконовые маячки для велосипеда Байлонг 6001. Поставляются маячки вот в таком вот незатейливом пластиковом блистере. И в комплекте идет две штуки – красного цвета и белого цвета. Соответственно, красный светит красным цветом, а белый – белым. Включаются эти маячки кнопочкой, которая расположена сверху на корпусе. И имеют два режима – обычный и мигалку, стробоскоп. Третьим нажатием мы выключаем маячок. Как уже стереотипно принято, белый маячок вешается впереди на руль, красный же маячок вешается сзади на подседельный штырь. Работают мигалки от двух батареек 2032 и находятся в середине корпуса. Достать механизм из силиконовой оболочки довольно просто, а вот вытащить батарейки довольно-таки непросто. Нужно приложить некие усилия. Но, как по мне, это даже хорошо, так как при тряске не будет теряться контакт. По заявлению производителя, двух таких батареек должно хватать до 9 часов беспрерывной работы, чего я считаю вполне достаточно. Кстати, если вам нужны такие батарейки, вы можете купить их у нас на сайте. Ссылочка будет оставлена вверху справа. Заправить рабочий механизм в силиконовую оболочку так же легко, как и достать его оттуда. А сейчас немного проявите свои фантазии и представьте, что вот эта колбочка – это руль велосипеда. И сейчас я попробую закрепить маячки на руле. При наличии ровных рук и светлой головы монтаж обоих маячков занимает не более минуты. Ну и вот так примерно это выглядит на практике. Хочется заметить, что данные маячки не являются фонариками и не подсвечивают дорогу. Разве что совсем чуть-чуть, там пару-тройку километров доехать до дома. Основное предназначение этих маячков, чтобы вас видели автомобили в ночное время суток. Как автомобили сзади вас, так и идущие вам навстречу. По поводу растяжения крепления силиконовой оболочки. Она очень эластичная, поэтому подойдет абсолютно под любой руль. Честно говоря, растяжение на диаметр я не замерял. Но на глаз могу сказать, что они сядут на трубу до 5 сантиметров в диаметре. Ну, мало ли на что вам захочется прицепить эти мигалки. На этом ролик подходит к концу. Ну и по традиции, кому ролик понравился, ставим лайк, кому не понравился, ставим дизлайк, подписываемся на наш канал, для его развития это очень важно. Всего вам доброго!